Пошли, забегаем. Так, не те вагоны присуманим. На пул на войду. Вела, что там стоит. Найс. Лаша вылетел. Сейчас маленькие еще пройдут. И звездочку перебегайте. А вон и Лаша зашел. Все, бегите звездочку. Сейчас слева, справа по три моба. Лука есть, еще резать можно. Все, обратно в центр забегайтесь. Тоже зевает, как я, да. Чё, Лича смотрели убийство на ютубе? Да. Ничего сложного на самом деле. Просто требовательный герой и все. А Джай, ты пробовал? Лично спрыгнул. Да пиздец вообще нахуй. Боешка. Сейчас еще не маленькие будут жуки. Боешка, нихуя себе. О, нихуя. Ой, давай Джайну пробовали? Ну вайпанулись, блядь, с пула нахуй. А там чародейский шторм кастанул и все, и вайп. Там разбегаться надо, хилиться. Там как на этой. Как на втором боссе в Толгороде надо друг друга подхиливать. Сейвы сжать там. РНЖ еще стоять.
Опа, провернул, блядь. Фишку. Онлайн 33 в гильдии, ничего себе. Прилично. О, видели, как незыб куда у них ясен? Дыхание спас. Куда вы там убежали, блядь? Пиздец. В Долоран. Пацаны вообще, ребята, блядь. Когда дракон сдохнет, в черепок встаем и захиливаемся. Короче, минутки 2-3-4 покурите. Потом приду, расскажу, что делать. Чек на АФК. Носки. Дримбат. Наверное. Синтек, говорят, зайдет, да? Да. Нет, ну... А, зайдет. А чё, ВРС-ка можно в 2ДЦ?
Ну я, короче, для синтека на замену сяду. Мне там ничего не надо. Угу. А может чешку полутает хиловскую. О, можно? А это вместо кого он заходит? Синтек. История. Давай, короче, история на приколе, а я на замену синтеком. Вот так вот. Пусть на приколе подумаешь. Да, там разберемся. Сейчас убьем Синдрулича и разберемся, кто там куда пойдет. Слышишь, Геншин, а у тебя убита вообще Синдра? Хуёво. Ну ладно. Короче, тактика. Слушайте внимательно. От чего вы можете тут сдохнуть? От притяжки? От бомбы? И третье, на второй фазе, если не скинете за склепом стаки из себя, на взлетке ставите внизу ступенек 5 глыб, как хотите, в ряд, в два ряда, в три, похую. Самое главное, между глыбой, между людьми с глыбами должно быть расстояние, вот, чтобы наверняка не заморозиться, примерно как между звездой и кружком. Ну, там немножко меньше оно, вот. И остальные, кто без меток, подальше от склепов стойте, чтобы не заморозить лишние склепы, чтобы не появились. Нам это ни к чему. Ну и на второй фазе все склепы в звездочку. Когда надо будет в сторону, я скажу. И запомните, за каждым склепом, за каждым, который ставит звездочку, вы должны скидывать стаки. Даже если не в звездочку отнесли склеп куда-то влево, вправо, вы за него тоже бежите и скидываете. Если вы один пропустите склеп, то по вам дамаг будет увеличиваться магически. От ледяной ауры, которая 4500 бьет без стаков, с 5 стаками она уже по 9000 будет бить. И вы просто сдохнете. Вот, эту хуйню выполняйте и все. Танки там меняются. И это... Короче, как только скинули стаки, да, вот появился склеп, скинули стаки, у вас было 2, допустим, стака, скинули таинственную энергию, у вас 0. Можете выйти побить там, доты обновить, и все, и на следующем склепе опять скидывайте, и все. Вот эту хуйню просто повторяйте, и все, и тогда босс будет падать всегда. Принимайте готовность. Носки... И рарник. Сапроты, конечно, сапроты, да. Да-да-да. Сапроты. Если кому надо сапроты, если кто в себе не уверен, давайте обмен войду. Хилы у вас есть сопроты? Бисер. Есть у тебя сопрот? Я без сопрота. А ты с СПДшкой? Да. Че, даю проверку? Поставь рыбу. А, рыбу сейчас поставлю. Стоит вон. А, стоит вон, есть. У меня вроде есть баф. А, 12 минут надо похавать. Так, ну все готовы были, иду запускать. Так, ты на кого дал? Я на историю дал, короче.
А ты на мальфициста, ага. Перед притяжкой не стакаем. Беги, малышка, вот. Сразу ставь тотем, водикон Инер по бидону. Бидон ближе к боссу, стой. Спускайтесь вниз, метки. Друг с другом только вдвоем не бегайте, получите двойной урон. Каску лапу пристабав по бидону, далеко слева. Син, Геншин, разуйте глаза. Смотрите, как люди прячутся. Центральную глыбу чуть не бьете никто. В центре чуть, чуть правее центра падает. Центральную вот эту подбейте, последняя четвертая падает. Слева падает. Бидон, значит, поближе к боссу, стой к локтю ешнему. Чтоб такой хуеты не было, чтоб ты сдыхал. На притяжке нельзя сдыхать. Поближе к боссу встаем, сейчас притяжка будет, готовимся. Беги, малышка, беги! Ну сука, то один, то другой нахуй. Вадикон, рисуй его. Игра встала. Потом собаку вызовешь. Метки вниз. Друг другу раньше уступайте, чтобы вы двойной урон не получили. Прячемся. По центру падает. Тоже по центру. Слева далеко. И последняя, четвертая. Прям близко возле центрального склепа перебегите. Склепы разбивайте. Давайте Геру, короче, будем переводить. Скоро притяжка будет, готовимся, поближе к боссу стоим. Все, можете это, обморожение не стакать, освобожденку не стакать, сейчас на притяжке, чтобы отбежали нормально. И будет фаза. Все, 1% фаза. Захиливаемся. Милики, уже можете уходить. Первый склеп звезду и сразу разбить. Сразу его разбиваем. Следующую звезду и не бить, будет притяжка. Последний раз фридом по мне дайте, Зукля. Блять, бисер сдохший нахуй, как так вообще? Не бьем, стоим. Ну чё за хуйня, блять? Прекращайте стакать, блять, давайте убьем. Надо киса, киса. Вперед, неси, киса, милики, отходите, вперед. Ставь близко к этому склепу. Все, один разбили. Сместились, притяжка. Отбегай, кто там был. Геншин на хп, гим.
Убивает. Разбивайте два склепа быстрее. Следующую звезду и сразу разбить. Так, милики ушли. Сразу разбиваем. Ставьте тотемы все. Вадикон Иннер по Геншину. Геншин Гейм на ману. Следующую звезду. Так, что там до притяжки еще? Этот разбиваем. Следующую звезду и будет притяжка. До берсы 4 минуты еще, так что давайте на выживание играем. Поменьше стакайте. Вот, зубы по себе дай. Беги, малышка, беги. Притяжка. Пэса гим на хп. Разбивайте. Следующую звезду и сразу разбить рога. Милики ушли. Следующую звезду и сразу разбить. Айна вен. Сразу быстро прям разбейте, потому что это хил. Даю незыбку. Следующую звезду и тоже сразу разбить. Еще одна притяжка будет. И потом уже добивать будем. Разбиваем. Следующую звезду ставим. И будет притяжка. Я встаю в звезду. Все прожимки нажимай. Будет притяжка, смотрите. Охуеть. Притяжка до глыбы, да? Что-то новенькое. Угу. Ладно, ладно. 4 ляма уже не добьете, ложитесь. Может, рост не будем давать? Что-то запоролось там. Не, ничего там не поролось. Там он дал третью глыбу и притяжку. Это не от роста зависит. Ну, вообще, если подольше времени подождать. Не знаю, зависит это от первой фазы или нет. Зависит, зависит. Ставлю рыбу. Бисер, бидон. Не сдыхайте, блядь. Бисер чилит. Просто мы же после притяжки перевели. А если бы после притяжки мы били где-то 10 секунд, может, чуть подольше. Оно всегда лучше, когда попозже переводишь уже после притяжки. Либо заебись, когда... А мы перевели вот... Перевели притяжку. Вот, притяжка была и перевели. Еще заебись, когда 36% она садится и сразу фаза. Тогда тоже заебись. Вы не играйте, как попало, там не улетайте за глыбой, всегда старайтесь находиться. Потому что притяжка в любой момент может быть там раньше, позже. И не стакайте эту хуйню.
Так, ну давай, значит. Химиса, СС по бисеру. Мистерио, СС по Геншину. Димбаток, СС по Эйновену. Имя имен СС по... Давай по Бидону, а Вихторка по Вадикону. Песа, ты тут? Синтек тут? Рарник и вторая пати ДК. Все готовы, запускаю. Притяжка будет скоро, готовьтесь поближе. Ёбаный в рот, нахуй. Подлагало, короче, подвесло прям под босса. Да мы сейчас БР на тебя въебём. Ну, меня может и не резко, пока я даже через телефон не подбоку ночью. Прям конкретно залагал. Слева близко. По центру. По склепам фулл ДПС разбивайте. Ладно, тогда так пока побьем. Я хуй знает, что вам сказать, но... Ресы и Мистерио, Вадикон. Пробуем. Сразу вставай, фулл баф. Метки вниз. Близко на ступеньках, вот слева от центральной. Слева близко. И четвертая, последняя справа близко.
хлеб и разбивать. Тяжко, готовимся. Беги, малышка, беги. И стараемся перевести сразу. Три процента. Все, первую звезду и сразу разбить. Имя имен. Щиток, по нему хорошенько его захильте на фул. Сразу разбиваем. Следующий туда же и будет притяжка. Один фридом по мне дайте последний раз. Притяжка, смотрим. Не бейте пока. Вперед неси, к этой глыбе ставь прям. Все, разбивайте. Следующую звезду и сразу разбиваем. Видишь, не зависит это... Просто что-то ломается, какая-то хуйня рандомная. Следующую звезду и сразу разбиваем. Сразу разбиваем. Следующую звезду и сразу разбиваем. Кош, ложный выпад там нажми. Так, разбиваем. И вот на следующей будет притяжка. Следующую звезду и не бьем. Быстрее, быстрее в звезду. Так, притяжка. О, нихуя меня хвостом откинуло, ебать. Разбиваем. Последнюю звезду, и потом будем уже бить. Последнюю звезду. Сейчас скинем. Давай Т4 и Лаша. А, ну ладно. Все, Геру, все в сторону, фулл ДПС по боссу. Можешь уже не менять, короче. В сторону этот... Он стоит. Милики сейчас все заморозятся, блядь. И танка хотел заморозить, сука. Ты что, не видишь метку на себе? Алло. Ебать, чуть меня не заморозил. В сторону все скрепли. Буря-бай. Гимн на хп, давайте присты там. Подхилить немножко. Ну, короче, кто-то говорил, что если на первой фазе кто-то умирает, то боссы, блядь, там таймингами немного сбиваются. Может, так это не так, не знаю. Да нет. Да все это залупа, блядь, все это хуйня. Похуй. Мне, короче, смс-ка пришла, блядь, на телефон, у меня просто нахуй все повисло, блядь. Так, часы солнечные.
Так, бисер тебе точно надо это? Может, кому-то другому отдать, типа, мне не принципиально. Ну, там у Лока что-то 245-я хуйня какая-то. Там у Лока проблемы, блядь. За ним валик летит. Хуёво. Могу поздравить вас, нахуй. Либо сдохните, либо бейте Вальку. Сколько у вас там людей, нахуй? Я вот не люблю эту хуйню. Я тут на Синдре, сука, а вы там Валя кагрите, блядь. Пиздец, понятно. Нахуй. Сколько у вас там человек? Вы в Дисе нет вообще, блядь. Будете говорить. Забираю осколок. Так сдохните, нахуй. Спрыгните куда-нибудь в обрыв, блядь. Нахуй вы, сука, бежите, если вы пулите Валик. Локи, блядь. Сука, комбат до сих пор. Уберите комбат. Либо убейте Вальку, если у вас там 15 человек. Либо сдохните, блядь. Пизда, нахуй. Вот это так бесит, нахуй. Не бегите никуда, блядь, нахуй. Следующий раз. Я шкаф поставлю. Комбат в пишите, кого там сумовать. Все, комбат слетел, Валька отагрилась. Никто никуда не бежит, нахуй. Если вы через мост перебежать не можете с Валькой, блядь, лучше не бегите никуда. Все, стойте тут, нахуй, лучше сумон принимайте. Зачем вы агрите? Бой вешается на инст, нельзя телепортироваться, блядь. Принимайте сумон. Песа, чё у тебя там? Не, нахуй, близко слишком, блядь. Рыбу ставили там, нет? Запускаем. Акиса, подиспелишь чуму. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Чуму диспелить, выносить в квадрат к танку Кавилаши. Эти каску по пристам, ебаный рот. Наверное, вылетел. Ты зайдешь? Угу, захожу уже. Симпал, ну похуй. Палы, кто каски бафает? Эйновен, наверное? Да, я. Тянул из инста. Тыкните на суман. Эти варом каски. Прошмат поменяй, Войт. Пока так. Прошмат. Угу. Суман не пришел, да? Да, не прошел. А прыгайте с обрыва, нахуй. Бежим. Охуенно, я припот въебал, бля. Буквально был припот въебал. Есть не там Лока. Хила какого-то.
Да, в принципе, любого, там же стоит шкаф еще. Чисто по приколу, пошли с оборота. Ну хуёво, что он не присумонивается в этот... Как он называется, блядь? Когда запущен уже диалог. Не сагрите Вальку. Сейчас она назад еще полетит, стойте. Стойте, блядь, кто там бежит. Вот на этой хуете вы всегда агрите ее. Теперь бежим. А, назад летит. Испугались. Рыба еще стоит, вон, ешьте. СС и по тем же, по кому давали, так же и раздайте, если от кдшилось. Мистерио еще нету, давайте шкаф. Ну, шкаф ебаните. Тык. Жри рыбу. Запускаем. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Будет так. Герои, в атаку! 5, 4, 3, 2, 1. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего После заражения чума будет, готовимся. Дзин, выноси. Чума, 5 секунд, готовимся. Так, дрим волок. Уже. Подъебал, только не заходи, там ударная волна шотнет тебя. Чё ты там стоишь? Кастуешь чё-то? Цивилаш, иди спалить. Вы что, сука? Какие-то, блядь, я хуй пойми, нахуй. Непонятливые или что, нахуй? Ёбаный в рот, нахуй. Иди танчи, танчи гневных духов и Вилаша. Фулбаф по нему. Вот, Акиса, ты же диспелил? Да я вроде нажал на него. Я в момент, когда нажал на него, он умер. Не знаю, может, я как-то слакал. Чума там где, в рейде, что ли, не могу понять? А, нет, на ширкарях нормально.
Блядь, диспельте нахуй. Неужели вы не видите, что вот 15, 14, 13 секунда остается до ваншота, вы не диспелите нихуя. С меня сейчас чуму диспел. Пиздец. Просто охуеть. Каска там есть на Эвилаше? Что-то не вижу. Все есть? Сферу разбейте все. Что, кто-то улетел, что ли? Да-да, блядь. Бомж, блядь. Один БР, они улетают на сфере, блядь. Давайте Геру фулл ДПС. РДД кружок разбейте. 5 секунд осквернения. Право-лево от валик разбегаемся. Под вальками не налить осквернение. Все, добиваем две вальки. Блять, вы их бить будете или вообще, или что, или нахуй надо? Люди нахуй с обрыва падают. Че за хуйня? Это залупа какая-то. Я хуею, блядь. Вальки и осквернение одновременно сейчас. Милики, выбегайте из центра уже. По малому кругу, по кольцу железному вставайте. Хватают вальки, осквернение разливается. Пул ДПС по валькам. Нифига она улетела с скорости. А в кружке кто? А у локов что, нет портала, что ли? Я хуй знает, что у вас есть, блядь. Так она унесла-то в другую сторону от портала. Лужа, лужа. Ну что, ебанулись нахуй? Ключу, сбегайтесь. Вы что, блядь? С монитором выключенным играть, ДПС по валькам, да, типа вот этим. Замедление, нахуй, станы, где вся эта хуйня? Ромбик хули летит. Осквернение 3 секунды, вышли оттуда, из подвалек, из центра тоже. Центр не надо лужу наливать. Все, на эту сторону идем. За спину плечу. Без 3 ДД разбиваем валик лучше, чем с фулл ДД, нахуй. Чё за хуйня? Совсем играть не хотите? Фулл ДПС, станы вальком, замедление, фулл ДПС по лечу. Плеча к краю веду. Осквернение оставляем в центре, выходим сюда к лечу. К лечу подходим ближе. Переводим. Вы бить будете его, нет? Нахуй валик бьете? Я же говорю, лича объем. Давай массакру. Валик разбить. Первый, третий мой, второй, четвертый твой. Сферки там бейте, чтобы они близко не подлетали. И когда переходка, все РДД в сферке переключаются, блядь. То там всякие маги, нахуй, впритык на них бегут, блядь. Улетают, нахуй, за 300 километров. Сферы, сферы, повернулись, бьем сферы. Под ебалом духа не бежим. 5 хилов, сейчас приготовьтесь. Будет забирать кого-то в комнату. Его надо захилить. Хила забирает бидона. Значит, захиливаешь зеленого духа. Красному собьешь каст.
пронизывающим ветром или какой там этой залупой. Надеюсь, эта хуйня у тебя есть на панели. Осквернение 3 секунды. Вправо-лево разбегаемся. И идем за лечом в это же время. Все, к лечу сбегаемся. Вилашу хилим. Надеюсь, у шамана там все получится, потому что я не зыбку отдал, блядь. Шаман, давай зеленого духа там захиливай быстрее. Геру себе дай, хуй знает, что-нибудь сделай. Осквернение. На мне осквернение. Духи летят. Ой-ой-ой. Хил. Сейвы. Давайте зубы там. Бидон нахуй, ну чё за проблемы у тебя? Зукля умер. Бабл таунт нажимайте, сейчас пошёл ты от танков. Сейчас когда уменьшится, соберёшь и вилаша. Единственный танк остался, всё ясно нахуй. Понятно, блядь. Ёбаный в рот, бидон нахуй. Сука, прыгайте с обрыва быстрее нахуй, не бегайте уже. Не добьёте, блядь. Хотя хуй знает, может и добьёте. Ну нахуй это надо, прыгайте с обрыва, блять. Это залупа полная. Вот начиная с того, что носок улетает. Это пиздец, бидон нахуй. Хилил, сбил. Да. И что, ты его захилить не мог? И что, он на фулл хп был? А. Значит, красного убить тебе надо, нахуй. Сколько у красного хп там? 1100 нахуй. Надо убивать его. Надо бить его за хила тоже, нахуй. Хилить, бить. Ресайтесь. В следующий раз в комнату попадешь, молнией бей его там. Или чем там, что у тебя есть. Красного надо убить. Вообще, когда хилы в комнату попадают, он, когда ты его захиливаешь, он начинает убивать красного духа. А сколько хп у красного духа было, ты не заметил? Там по-любому ты немножко не добил, блядь. Я надеюсь, я в комнату не попаду. Да там нехуй делать, я убивал его за хила. Да я даже не знаю, как она выглядит. Эта комната. Причем тут, который хилит? Я говорю, красный дух, блядь, который злой нахуй. Ну вот, его бить надо. Ты же когда качаешься, бьешь мобов, блядь, элитных, там, по 100 тысяч. Такой же элитный моб. Только надо зеленого захиливать. Его же не шотает с одного удара, там, просто кас надо сбивать. Кас сбил, бьешь молнией. Ну мне уж, может, это не вытащил на панель. Сбитие костов у тебя на панели есть? Да он сбивал, просто надо было красного тоже убивать. Интересненько, бля, я тут лежу в центре. Сука, и на шары не бегите нахуй, в минус 3 бить, это вообще не прикольно, блядь. И локи ставьте порталы. И СС, если откатились там, дайте. Он сказал просто суисайд, блядь. Химиса где? Она в кат. Охуеть, блядь. Сдох еще и АФК, блядь. ГП. А ты чё, бидон, месяц играешь? Нихуя не знаешь? Ни тактик, нихуя? А где еще играл? Рыбу поставили. До Сируса.
Ну вот что, на циркуле в комнату не попадал, что ли? Там тоже духа убивают красного. Вот вам пример, как Дота влияет на мозг человека. Все готовы? Два носка готов? Я иду запускать. Не знаю, я только сегодня играл. Носок, блядь. Ты тут? Сука. Отсутствует, блядь. Пиздец, ебать. Я в доту в жизни никогда не играл. Сука. Ну, Зукля. Завидуйте. Все, запускаем. Ебать. Давайте, блядь, все нормально делать. Но еще резко. Нет. ДПСа нету? ПСа, ПСа. А, ну вроде тут он был. А, во. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь... Турнир, блядь. Турнир по тому, кто быстрее на шарик набежит, нахуй. И с обрыва спрыгнет, блядь. Ты зря это сказал. Приз, нахуй, 1000 ГП, блядь. Призовой фонд. Призовой фонд 10 тысяч ГП, блядь. Солидно. Блядь, звучит как вызов. Носок залутает. Ладно, так уж быть, 10 голды. Тут просто человек сразу прыгает с обрыва и ливает из гильдии. Да, сразу. Да. После лича, блядь. Хоть, блядь, напейтесь пива, блядь. У тебя еще и резко осталось. Я надеюсь, синтек зайдет вместо меня в резку. Хуй знает, кто там куда зайдет. Да ему чешка нужна, конечно, придет, ибо и куда он денется. Чему смотрим сейчас? Вон, Вадикон. Смотри, чтобы на маленьком не было. Вроде нет. Пять секунд чума, готовимся. Топа. Чем пошли на край. Забери. Шарики, блять, алло, будем бить? Что там долго у тебя ширкари умирает? Все, что мы с него здесь пытались?
сферу разбить. О. Не успел, да, носок добежать, блядь. Сука. Я видел, блядь. Как он бежал, блядь. Валик, фулл ДПС. Сука, фулл ДПС это пиздец, значит. Да, меня опять Валька взяла, блядь. Ну все. ГП, блядь. Осквернение 5 секунд. Разбежались из-под лича, ушли. Под вальками не наставить лужу. РДД бьют в это время. Ебать, что меня так пробивает. Вот. Сейчас одновременно вальки с лужей. Стойте на полукруге от глыбы до портала. Вот в стороне, в полукруге, где лич стоит. Надеюсь, луков схватят. Так, все, вышли милики. Фулл ДПС по этим валькам. РДД в треугольник, милики вот в этих. Только осторожно, в лужу не встаньте. Быстрее, ну станы нахуй, есть что-то, нет? Быстрее, 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 бьем нахуй, я уже на танке бью, блядь. Вот. Теперь будет сначала лужа. Мы ее разльем за кругом, а потом вернемся в центр, когда осквернение будет. 2 секунды осквернения, в центре не налейте, кто там стоит в центре. Все, теперь возвращаемся, и на эту сторону будем лететь, на другую. К личу быстрее подбегайте все, чтобы вас дольше вальки. Там кто, лок в кружке? Нет, кружок нахуй. Эй, бать, ни стана, ни хуя, ни привета, ни ответа, да? Там ПС стоял, ему похуй, что надо на эту сторону сбегаться. Осквернение 5 секунд. С центра выйдите, потом вернемся в центр. После заражения Вадикон резает ПС. История. В центр возвращаемся, кличу на ту сторону, где треугольник, будете лететь. ПС, Вадикон резает ПС. Локи, у кого есть СС плюс рейд? Может, переведем? Есть, мы... есть, да, есть, да. Кого? Веди, веди к краю. Да, переводи. Валькам стан, фулл ДПС полечу, на край подходите. Вилаша, давай незыбку, Айновен массакру. У кого СС есть, я по голосу... СС кому? Кому? Сначала скажите, у кого СС есть. Да у всех. Дримбаток. У кого? У всех оно есть. Ладно, у давай, давай дримбаток по Войду. Мистерио по Эвилаше. Химиса по Бидону. Вдруг в комнату заберет, и он опять сдохнет. Дал. Имя, имен тогда давай по Вадикону. Не надо по Вадикону, я ему кидал еще в начале драки. А, ну тогда имя, имен дай по ПС, а вдруг он сдохнет от духов. Один раз уже сдох, второй раз не за горами. Сферы, сферы, сферы. Сферы, блядь. Тебе последний дух, четвертый. Так, сфера летит. Еще одна сфера летит. Так, забирает в комнату два носка. И он сдохнет сейчас. Я понял. Повезло. Два носка, твой триумф. Давай там, блядь, красному духу покажи, почем фунт лиха. Лужа 3 секунды, осквернение не налейте. И к личу бежим. К личу бежим. Прячьтесь за личом. Ну, сука, Песа нахуй. Я же говорил, сдохнет от духов, нахуй. Вставалку юзай. И специально, да? Ну, типа... Так-то нормальные люди так не помирают. Осквернение 3 секунды. За личом идем, уходим отсюда. Геншин, осквернение. И сюда быстрее. Чё вы там, сука, делаете, блядь? Там же духи висят. Вы должны уже тут возле портала находиться.
И за спину Ильича прячьтесь. Духи летят, видите? О, в комнату челика забираем. Давайте захиливаем его. Ходим за Ильичом. Осквернение секунда. Не стойте в луже с осквернением. Бегите быстрее оттуда. Прячемся за спину. Все, ура. Пиздец, ну. Блять, я думал, мы опять вайпались, нахуй, вайпнулись. Это, конечно, блять. Так, чё там, блять? Ебать, мечи, посох. Я опять наебал. Параша выпал. Блять, оба хочу. Так, сейчас вон, я... Отдай прилив этому... Ой, прилив, блядь, какого? Осколок льда? Аркус. ДЦшнику. Пусть бегает. Так, Аркус ДЦшнику. Я вроде никому не нужен. Я, короче, себя с хантом меняю. В рыску. Угу. Ну и синтек, если зайдет. Так, прилив Химеса. 2 носка 10% жмет. Носок, ты сжал бы уже сотку сразу, чё-то. На что? А, на меч этот? Ну, конечно. Чё, Химеса закидывай? Нужен халли. Но мне нужен, потому что у меня 258, спасибо. Так, покоритель. Надо кому-то. Так, ДКшник. Так, осколок. Сейчас я синтеку позвонил, мне номер оставил. Я ему WhatsApp написал, он не ответил нихуя. Кому с вас давать, блять, этот? На имя имен, короче. Если не сильно кому-то не нужен, он, вернее, нужен. Мне так просто будет валяться. Мне максимум на трансмог. Все, летим в РС-ку. Где синтек? Он идет, написал.